Ветерану Великой Отечественной войны Гумбату Алиеву из Азербайджана исполнился 101 год. Он ушел на фронт в 42-м. Воевал на Кавказе, участвовал в освобождении Беларуси. С праздником его поздравили многочисленные родственники и моя коллега Хаяла Юсипзаде. Каждый новый день рождения для него как день победы. Гумбат Алиев в свой праздник надевает любимый костюм. На груди ордена и медали. Самое ценное. Все, что связано с войной, его сердцу очень дорого. Нет ни дня, чтобы он не вспомнил своих боевых товарищей, тот ад, который они прошли вместе. И в праздничный день все воспоминания о войне и о победе. Правнуки в очередной раз расспросят про самый радостный день в жизни и будут внимательно слушать. А ответ всегда один – День Победы. Я летел этот день от счастья и забыл про раненую ногу, которую оперировал 5 раз. Забыл про осколок у меня в теле, забыл про все и пустился в пляс. И так все мои товарищи. Гумбат Алиев отправился на фронт в августе 42-го в составе 416-й дивизии. Воевал за Кавказ, освобождал Беларусь и Европу. Спустя много лет воспоминания такие же яркие. Мы освобождали от немцев Моздок. Бои шли в окрестностях города. Много наших полегло, но фашистов намного больше. До конца января воевали, а зима была суровой. Если бы не местные, мы вряд ли бы выжили бы. В день рождения Гумбата Алиева в его доме по традиции собирается вся семья. Дети, внуки и правнуки. Приходят в гости и ученики. Гумбат Алиев проработал в школе 40 лет и его до сих пор помнят. Хаяла Юсипзаде, Хикмет Гуламов, Фуат Гасымов, Талер Джафарли, Мир 24.